Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек. Продолжаем пытаться сделать формы и залить свинец. В общем, сегодня сделал вот такую вот форму, пластику из двух частей для заливки силикона. Здесь у нас из PG напечатанная клемма аккумулятора вот такая. И у нас задача залить сюда форму. В общем, она висит в воздухе, прикреплена. Вот такая пластиковая форма. И будем сюда лить жидкий силикон, чтобы потом получилась форма, чтобы сделать вот такие свинцовые клеммы для аккумулятора. В общем, будем сейчас разводить силикон и потом покажу результат. Напечатал, короче, форму для заливки силиконовой формы. Специально вот такое. То есть будет вот так помещаться клемма аккумулятора. Посередине сюда будет заливаться жидкий силикон. Это будет вот так держаться. Так, ну что, приступаем к заливке. Форма у нас готова. Подготовлено все. Взял две вот такие посуды, поскольку пластиковых стаканчиков по классике не оказалось в наличии. Так, в общем, силикон у нас вот такой. Твердость 20 по шору. Так, вот инструкция, может быть, будет видно. Льем розовую жижу эту. Она плохо проходит вовнутрь, кстати. Скорее всего, тут пузыри, наверное, будут. Ну что, друзья, вот такой результат. К сожалению, почему-то внизу она не застыла. Видимо, отвердителя было меньше, чем нужно. Верхняя часть хорошо застыла, вот эта часть. А внизу она как бы осталась такой липкой. Вот, хотя прошло уже, ну, вторые сутки. И, к сожалению, пока форма не удалась. В общем, пока самая лучшая форма для гипса и для всего, это на 3D принтере. Потому что сделать можно любую форму. А с этим силиконом, конечно, мороки много. Весь стол уделаете. Уделаете руки, уделаете все, что рядом. И при этом нужно очень долго ждать. И не факт, что будет хорошо и без пузырей, например. Здесь-то вот вроде и ничего получилось. Но, к сожалению, она не застыла правильно. То есть не получилось. Но силикон, да, мягкий. Мягкий. Все, пока на этом все. Увидимся в новых экспериментах на канале. Пока.